Так, всем привет, друзья! С вами Саша. Сегодня у нас игра у Арсения. Казахстанские железные дороги. У нас сейчас отправляется ВЛ-ка. Смотрим. Это если что, ТС. Как она едет? Ну, тормозит. Это у нас какой? Это ВЛ-80Т 1914. Так. Если чё, эта игра недоступна для этих, для обычных игроков. А я как его друг, я могу эту игру ходить. О, а вот и сам создатель. Так. Снимаю. Так, ну, едь своей дорогой. Вот такой вот у нас был электровоз ВЛ-80Т. Так он что-то медленно едет. Ну, и что-то. Это кнопки странные. Так, ну, вы сами видите, здесь наши шлагбаумы. Они у нас такие в плохом состоянии, конечно. Но это будет уже ликвидировано. Ну это все, всем пока.